Всем привет! Вы на канале Алекс Сибирь. Сегодня мы будем делать, вытачивать. Сегодня я вас тут немножко подготовился. Будем вытачивать запорный клапан на натяжку гусениц тяжелого трактора Т-30. Это бульдозерный трактор Т-30. Я уже тут немножко подготовился. Сделал вот такую деталь вчера вечером. Сегодня утро. Никого в цехе нету. Цех у нас пустой. Будем точить. Ну что, приступим. Начинаем. Подачи мы запустили. Подача маленькая. Пойдет. Это вот и есть такой вот клапанок, иголка называется, который закрывает гусеницу, можно сказать, типа гидравлики, там солидола, специальную смесь, и натягивает гусеницу у трактора. Делаем вот такой вот клапанок. Еще его будем шлифовать шкуркой. Так, вот он у нас вот выглядит, он почти готов. Нужно нарезать резьбу и шлифануть. Нарезать резьбу вот будем. Вот наши инструменты, мы уже подготовились. Заготовочка, инструменты. Вот это вот леркой. Леркой будем нарезать резьбу. Вот так вот мы нарезаем резьбу. Специальным центром мы поджали. Вот так вот режется вот резьба. Мы нарезали резьбу, сейчас мы будем шлифовать. Шлифовать мы будем на самых таких немаленьких оборотах. Включаем двигатель. Мы шлифовали. Камера, конечно, не передаст это всего. Ну, ровненько, все аккуратненько. Сейчас мы будем отрезать. Вот так вот у нас получился первая часть детали. Все ровненько, аккуратненько. Все, будем сейчас делать следующую часть. Берем вот эту вот заготовочку, вставляем в патрон, сверлим, протачиваем, нарезаем резьбу и отверстие, и наружнее. Ну, поехали. Мы предварительно проточили, сделали центровое отверстие. Сейчас мы будем сверлить. Зажали вот сверло в патроне. Поджали бабкой и нарезаем резьбу.
внутреннюю и наружнюю. Нарисаем резьбу метчиком внутреннюю. Берем вот так вот и, грубо говоря, нарезаем. Но нарезать я не могу одной рукой. Так что все увидите. Ну и вот, все готово. Вот такой вот клапан. Вот он. На натяжку гусениц большого бульдозера Т-30. Клапан готов. Небольшие усилия. Вот такая вот маленькая деталюшка готова. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих наших передачах. До встречи на канале Алекс Сибирь. Пока. Чао.